Для Виктора Головина это был обычный день. Он, как всегда, курсировал по 17-му маршруту в Орехово-Зуеве. На одной из остановок в салон забежала женщина. Я уже трогался, и она как вроде впорхнула. Вот я же говорю, вот этот последний момент, она как зашла, и теплый воздух, а ведь 5 января же мороз был, и вот этот холодный воздух скомпрометировал у нее спазм. И она вот на последнем дыхании уже, когда ингалятор попробовала, не работает, говорит, астма, и все, и осела. Сразу за руку-то когда тронул, пульс теряется это. Свою роль сыграл опыт работы на скорой. Виктор без раздумий ушел с маршрута и полетел в Первую Советскую. Никто из пассажиров не протестовал. Выбежали эти медики, все это. Я просто признателен медикам, которые вот не растерялись. Этот парень, он мне показался, волновался больше всех. Медик, доктор, не знаю, может быть, кто-то из бригады с нашей союзной республики, наверное. Но вовремя, это уже Татьяна мне потом звонила, кто вот оживили. Она говорит, мне прям вот сразу с каталки он положил на кушетку и запустил сердце. Промедли Виктор хоть на минуту, история бы закончилась трагедией. За неравнодушие к чужой беде водителя Мострансавто лично поблагодарил глава округа Руслан Заголовацкий. Руководство компании выписало сотруднику премию.